Значит, собака, в принципе, умеет все, чему его обучили в купавне, ну, так же дополнительные команды имеют. Все дилеммы есть, на соревнования, в принципе, получили первое место, он исполнил все, ну, отлично. Барри идет рядом с Марсом, не отставая рядом, практически Барри, ни на шаг, ни практически ни на кого отвлекаясь. Выполняет все команды, и когда хозяин останавливается, Барри садится рядом. Барри встал. Достаточно одного короткого слова. Барри сидеть, и Барри сел. Барри лежать, Барри лег, подгибая лапку. Как будто дождь не идет. Марс положил трость. Как говорит Марс, он может уйти, а Барри будет лежать. Потому что хозяин отдал команду, Барри будет лежать. Марс походил по площадке. Подал лежащую трость. После команды апорт подал в руки хозяина. Барри сел. После команды сидеть. Барри голос. Барри не хочет подавать голос. Барри, голос. Голос. Ух ты! После команды голос. Барри, сколько тебе лет? Барри умеет считать, да. Марс. Нам 3 годика. Мы 3 раза гавкнули. Ну, к эскалаторам она, конечно, еще не привыкла, потому что для нее это вообще самое страшное на свете. Спуститься в метро, подняться, и в торговом центре где-то тоже спуститься и подняться. Но я думаю, летом, когда у меня будет больше свободного времени, мы преодолеем эти фобии. Так что если есть у кого-то возможность получить собаку, да, не сильно много не думайте, езжайте, пишите заявки, езжайте в купавню, получайте своих любимых помощников. Вот, все в принципе.